Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні ректор Одеського державного екологічного університету та голова ради ректорів вузів Одеського регіону Сергій Степаненко. Сергій Миколаївич, вітаю вас. І отже, розпочався новий учбовий рік. Студенти прийшли до вас, студенти закінчили цього року вузи. А що зараз? Тобто ми пам'ятаємо, що існує система, тобто гроші йдуть за студентом. Що отримали одеські виші цього року восени? Ну, к сожалению, та тенденция, которая была уже на протяжении 2-3 последних лет, она продолжилась. И причины этой тенденции, негативной тенденции, понятны, мы можем поговорить о ней. То есть в этом году, вот по предварительным данным, которые есть у меня, количество бюджетных студентов в одесских вузах, которые поступили на первый курс, я имею в виду бакалавриата, сократилось на 10, еще на 10%. Еще на 10%? Да, еще на 10%. За рахунок каких напрямков? Ну, практически всех направлений. Но если вот можно говорить о таких приоритетных направлениях, вот я хотел бы выделить приоритетные направления, потому что, ну, будем так говорить, Одесскую область будем в целом говорить, Украину, для того, чтобы она развивалась, не очень важно, там, сколько, какой процент, ну, извините меня, будет уменьшился или увеличился на гуманитарные специальности. Прошу прощения, но, допустим, увеличилось или уменьшилось количество мест на международные экономические отношения, да? Тобто істотно на економіку країни чи регіону да. Це не повне вплине. А от я ті спеціальності, які є основою сучасного, скажімо так, розвитку. Ну от це, звісно, научні спеціальності, це комп'ютерні направлення. От я просто взяв, підсчитав, а що ж ми, де ми? В этом, да, вот если брать естественно-научные, это биология, химия, физика, математика, то есть те науки, которые лежат в основе любого прогресса, любой деятельности. Вот Одесская область, да, вот в этом году получила вот 3,2% мест бюджета в целом от Украины. На это направление. 3%. 3%. Это меньше 30-й части. У нас даже 25 суб'єктів. Це говорить про те, що студенти, які бажають вивчати біологію, чи фізику, чи математику, їдуть до інших регіонів. Ні, це інше. Це естественні науки. Якщо брати вот компьютерное направление, которое сейчас, вот цифровизация экономики, цифровизация государственного управления, цифровизация везде. Это, ну скажем, магистральный путь, который вот провозгласило новое правительство. Еще да? Что у нас 3,8%? В целом, чему так? Это получается так, что мы сейчас вот спустились по этим вот вещам, ну на уровень там Полтавской области, Житомирской области. Понимаете? А чому так? Ви говорили про те, що ми можемо говорити про причини. Причина заключається в тому, що з року в рік результати внутрішнього незалежного оцінювання у абітурієнтів Одеської області, я не говорю зараз про Одесу, Одеса все-таки немножечко двигається вперед, Одеської області гораздо ніже, ніж у других регионов. Питання до середньої школи. Это даже не вопрос к средней школе. Чи це до системи ЗНО? Тут нужно искать причины. То ли, скажем так, в Західній Україні больше берут репетиторов. Угу. То ли в тех областях больше желание поступить в высшие учебные заведения, то ли какие-то другие причины, но сравнение просто ужасает.
Ну вот я беру, вот я вот просто беру, да, два последних года цифры. Количество двух абитуриентов, которые получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Так. Да, вот по Одесской области, 18-й год. 5,3 человека на 10 тысяч абитуриентов. Угу. Да, вот 5, ну, около, будем говорить грубо, 5 абитуриентов из 10 тысяч. Отримали, да, хотя бы по 200 по предмету. Так. Да, в 2019 году. 4,9. То есть примерно, ну, чуть-чуть, ну, примерно одни и те же цифры. Угу. Мы берем Львовскую область. Еще там. 2018 год. 11. То есть в два раза больше, чем в Одесской области. 2019 год. 16. В три раза. Больше, чем в три раза. Ну, вот я не говорю о других. Это, скажем так, вот такой вопиющий, угу, скажем, факт. А если брать, разбирать теперь результаты внешнего независимого оценивания по дисциплинам, да, угу, то оказывается, ну, то же самое, что где-то на 10-15% по каждому предмету балл у одесских абитуриентов ниже, чем у тех же львовских абитуриентов. И тогда одесские абитуриенты, они хотят поступать в одесские вузы. Але но к ним эти места не приходят, потому что они не конкурентны. То есть они не могут рассчитывать именно на бюджет. Совершенно верно. Вот такая ситуация получается. Поэтому мне кажется, что вот этот лозунг о том, что деньги идут или места идут за абитуриентами, да, он в государственном плане совершенно ошибочный. Он совершенно ошибочный, потому что абитуриенты не руководствуются государственными интересами. Они не думают, до чего и будет идти экономика этого региона. Совершенно верно, країни. Да. И эти сиюминутные устремления, которые формируются случайным образом, они приводят к огромным диспропорциям. Они не могут отвечать за стратегию країни. Совершенно верно. Как в разрезе специальностей, которые нужны и регионам, и Украине в целом. Куда у нас самые большие конкурсы? Где больше всего самые высокие баллы? Абитуриенты с самыми высокими баллами, они не идут на те отрасли, где нужны, эти умы для того, чтобы развивать Украину. Они идут на международные экономические отношения, на инженерные специальности, на инженерных специальностях. Там средний балл, конкурсный балл в полтора раза ниже. А что делает министерство? Оно говорит, а мы теперь будем оценивать вузы по среднему баллу. И что тогда остается вузом? Зачем нам тогда развивать вот эти специальности, на которые не идут абитуриенты? Ну, мы понимаем, что они нужны. Mm-hmm. Мы будем развивать те специальности, куда идут абитуриенты. Тобто кожний вуз відкриває по 10 факультетів міжнародних відносин. Совершенно верно. Відкриває ті спеціальності, які будуть йому повищати середній конкурсний бал. Да? И ему, ну, будем так говорить, потому что всегда есть закон. Те показатели, по которым тебя оценивают, ты и развиваешь, а все остальное ты забрасываешь. А ось зараз вже існує проект правил вступу на майбутній, да, 2020 рік. Чи є якісь зміни у цьому, ну, проєкті? Є принципіальні змінення є. Вони в цілому, вся та стратегія поки що остається прежній, угу. То есть вот этот. Тобто істотних змін немає? Нету. То есть принципіальних змінень є, нет, но есть такие изменения, как, например, опять теперь еще больше предлагают сократить время приема заявлений. Угу. Сокращается количество заявлений, которые предлагается сократить, количество заявлений, которые
может подать абитуриент. И здесь действительно правильный путь, потому что, ну, вот эта система широкого конкурса, о которой мы говорим, у нее есть один недостаток, мы уже о нем сказали, есть второй недостаток. Это отказ абитуриентов, которые получили бюджетные места от этих мест. Угу. И это, извините, ведет к тому, что те деньги, которые государство запланировало на развитие высшей школы, они не выбираются. Бо якщо він відмовляється, він вже не може прийти на бюджет на іншу, совершенно на інший фах, все, він все. Тільки йде на контракт. Совершенно верно. То есть эти деньги, которые были заложены, и они уже в среднем, вот в среднем, цифру я вам назову, больше 13%. Відмовляються. Да, это в целом по всем специальностям, по всем. Ну, тобто держава таким чином економить, а вот так? Совершенно верно. Ну, вот смотрите, если мы берем это в целом, да, а теперь по приоритетам, которые угу. вот выставляют. Вот он прошел, к примеру, по третьему приоритету угу. из семи, так. То таких отказов 1/4. Каждый четвертый отказался. А если мы берем четвертый, пятый приоритет, да, то это 35%. Угу. 35%, то есть каждый более чем один, каждый из третий отказался от своего бюджетного места. И это ж вот те цифры, о которых я говорил, что там сокращение на 10%, это по тем местам, которые выделены были вот государством для той же Одесской области. А фактически это может быть еще большее сокращение, потому что ну, так як ігра. Сергій Миколаївич, у цьому випадку я розумію, що зараз виші вони незалежні, і ми знаємо, вони також незалежні від бюджетного фінансування, що стосується там комунальних послуг, сплати комунальних послуг. А ось як ви плануєте вижити взимку? Ну, так вот и выживать будем. Как выживать? Ну, и я еще хочу сказать, что есть еще одно принципиальное изменение, связанное в этих правилах приема. Это то, что практически по всем специальностям при поступлении в магистратуру вводится внешнее независимое оценивание по английскому языку. Угу. По английскому языку. То есть вы сами понимаете, что это может привести только к одному. Количество людей или студентов, которые обучаются в магистратуре, будет уменьшаться, а количество людей, которые закончили 4-летнее обучение, получили диплом бакалавра и на этом завершили свое обучение, будет увеличиваться. И это тоже сокращение финансирования. Угу. И это тоже, скажем так, удар по высшей школе. Ну, казалось бы, Министерство образования и науки, которое заинтересовано в развитии высшего образования, оно изменяет приоритет от развития высшего образования, да, на красивый опять лозунг. Вот там лозунг «Места идут за абитуриентами». Угу. Теперь второй красивый лозунг – «Обеспечение качества обучения». Да? Обеспечение качества обучения зависит прежде всего от финансирования, а не от внешних каких-то. Ну, мы можем сказать, что да, вот мы можем 5 человек в Украине очень качественно подготовить, да? Угу. Но и выделим на это, но мы же не выделим для этого все то финансирование, которое было. К чему это приведет? Это может в 30-20 высших учебных заведениях в Украине, а все остальные, ну, нехай вымирают. Ось, может, вот. Так оно и будет, вот. Але все ж таки так. Тобто... Не, но это, вы понимаете, это одно из тех немногих оставшихся, ну, скажем, отраслей, по которым Украина находится еще в числе развитых стран. Ну... Понимаете, там есть вот показатели развития человеческого капитала, ну, и так далее. То есть, ще. Да, совершенно ще. Верно. То есть каждым годом мы будем все ниже и ниже опускаться. И да, мы находимся вот по развитию высшего образования или находились
в пятом десятке стран. В пятом десятке стран. А по другим направлениям мы там находимся в восьмом, девятом и десятом десятке. Понимаете? То есть за счет этого мы еще как... Тобто у нас еще не такая погана, как все інші. Совершенно верно. Так давайте, давайте это удерживать. Удерживать и развивать, а не подменять это красивыми лозунгами, за которыми не стоит финансирование. Да? И будем так... Денег нет, но вы живите, да, но вы выкручиваетесь, как вы говорите, а что же вы будете делать зимой, да, что вы будете делать зимой, и потом вдруг выясняется, ах, вузы закрываются на 2 месяца, ах, куда, что же это такое, какие же они там все плохие, но извините меня, мы просто поставлены в такие условия, что нам нужно прерывать это обучение для того, чтобы... сэкономить деньги, потому что у нас их просто нет. У нас их просто нет. А потом мы говорим про якість освіти, коли студенти мають там 3 месяца освоїти матеріал усього семестру. Ну, конечно же, сейчас вузы развивают так называемые, да, ну, сейчас уже не дистанційно, а е-образование, то есть цифровое образование развивают, но и это позволяет каким-то образом смягчить этот процесс. Все-таки огромное количество курсов уже выложено вузами в интернет, и студент может самостоятельно осваивать эти курсы, ну, с последующей консультацией с преподавателями и так далее. Так то есть здесь говорим. Это есть, но я вам могу сказать, что мы всегда идем позади. Это, конечно, с одной стороны плохо, да, что мы всегда догоняем, но с другой стороны это позволяет смотреть, а к чему это приводит. Ну, вот я могу сказать, что богатые люди в развитых странах уже отказываются от цифрового образования. И в частных богатых школах и вузах родители, которые платят большие деньги, они говорят, что нам не нужно обучение с помощью планшетов. Да? Нам нужны учителя, которые кроме знаний предмета дают еще общие компетентности. Я дякую вам, что пришли до нас до студии. Успехов вам у том, чтобы достучаться до этого здравого сенсу. И нагадаю, что в гостях у нас сегодня был ректор Одеського державного екологічного університету та голова ради ректорів вищих начальних закладів Одеського регіону Сергій Степаненко.